Здравствуйте, друзья! Привет! Сегодня поговорим о рыбке-спинороге. О спинороге, который Reef Safe. И Денис Александрович, как опытный содержатель практически всех видов спинорогов, расскажет про эту чудесную рыбу. Денис Александрович, как эта рыба называется и как мы пришли к ней? Как ты пришел к содержанию этой рыбы? Ну, латынь мы вам напишем там, а вот я скажу вам, вот что этот спинорог называется синелицый спинорог. То есть у него синее лицо? Да, blue face, то есть у самца ярко выраженная синяя такая маска красивая на лице. Ну, а самка, то, что ты показывал мне на фотографиях, такая себе. Серенькая. Серенькая. Эта рыбка, скажем, серо-металлического цвета, но у нее очень красивые голубые глазки. Вот, что хотелось отметить. Расскажи, каких спинорогов ты содержал и что с ними, с какими спинорогами есть вопросы, проблемы, не знаю. То есть, содержали мы многих спинорогов, Тарас Николаевич, прям так. Ну, содержал ты, я их хорошо. Не очень люблю. То есть, был и Адонис Нигер, и был и Ундулятус, был и Пикассо, был и Индикус, был еще... Нифига не было такого спинорога. В общем, и так далее, и так далее. То есть все эти спинороги отличались тем, что до поры до времени они были, в принципе... Reef Safe. Ну, относительно Reef Safe. Ну, что они... относительно? Что было, вот какие проблемы были с самого начала? Ну, допустим, самый спокойный из них, я считаю, что это Нигер, да, Нигер. Но он, когда дорос до определенного момента, он начал тупо щипать мягкоту, вырывать клоки из больших саркофитонов, то есть, ну, вести себя кое-как. А вот Гаргонарии, то есть он пошел уже потом в разнос. Хорошо, а вот который назывался Пикассо, Пикассо, он постоянно подымал... Да, он постоянно, у него такой рот трубкой, то есть он берет песок, жует его, выплевывает. Тоже не очень. И опять, когда он дорастает до большего размера, начинает рвать все подряд. Этот же спинорог, хоть и не отличается... ярким окрасом, но тем не менее он относится ко всем рыбкам адекватно, то есть он никого не трогает, не убивает, не откусывает хвосты. Он не трогает никакие кораллы, ни актини, ни СПС, ни ЛПС, ни мягкоту. Вот он спокойно плавает, кушает себе. Ну, может быть, это пока у нас в аквариуме? Нет, или... это уже как бы не первый спинорог, которого мы содержим именно этот вид. То есть, по наблюдению, он никого не трогает, кушает себе спокойно артемию, бывает даже кушает нори. Вообще, очень замечательная животина для рифового аквариума. Итак, Денис содержал минимум два таких спинорога этого вида, и два раза это было все хорошо, Reef Safe. Поэтому перед покупкой спинорога вы подумайте. Потому что это животное очень интересное, но немножко может быть опасно. Если все-таки решили спинорога, берите вот этого. Да. Или вот этого. Для рифового аквариума подходит именно этот. Пока. Для рыбника... Все, прощаемся. Пока, друзья. Пока-пока.